Килюська. Килюс, ты и так молода и красива. Бусюныш тебя любит такой, какая ты есть. Ну не нужна тебе там и ничего там. Килюська, да красивая ты и так. Припудриться, что ли? Что поверила своему любимому. Да нет, тут же он, Кель. Мужичье наше. Да, я уже думала, что опять потеряли мужика. А то он такой у нас озорной, шустрый мужичье. Мужичье наше. Надо за Сюськой поубирать. Сюську мы не выпускаем. Так как Сюська беспредельщица. И бусеныш рады. А, бусеныш, и тогда мы Сюськину клетку поставим вот тут и там. Понял? Большую собачью вот эту вот клетку мы поставим там, чтобы окно тебе, бусеныш, не открывать. Что ты на это скажешь? Зато, бусеныш, ты сможешь на стол запрыгивать и вот туда, твоя любимая. А то мы тут поубирали все. Бусеныш теперь ненавидит. Че ты нервничаешь, бусеныш? Килюська здесь, да? Любовь и ласку получает, а ты нет. Места нету для тебя. Пусть ты всегда в моем сердце. Помни об этом. Всегда, Бусь. Всегда. Ну, правда, в гараже ночью проночевал. Ну, Бусь, ну не знала я, как такое могло быть. Ну, не знала. Вот правда. Ты же сам там захотел ночевать. Женские ноги, женская попка. Буся. Это бабьё, да? Бусь, ну почему ты можешь свои ноги ложить и свое тело на мои ноги, а я на твои ноги не могу? Вот скажи, вот в чем разница? Во. Во, не скажи. Вот что, я должна терпеть, а ты или нет? Что, все? Бу, я люблю тебя, Бу, вернись, Буська. Не выдержал мужик, не выдержал мужик, не выдержал, не выдержал, не выдержал мужик. Что, Килюська, занята? Бусёныш сидит. Ты расстроена? Мужичью занял место. Буся, ты не знаешь, какая скотина хотела, чтобы у нас Сюська появилась? Ты предупреждал, да? Ну, Бусь, ну, в общем, не послушали мы мужика. И что теперь, Буся, нам теперь? Где этот Сюзюн? Вот где ее искать? Как она еще мой мяч не перегрызла? Ой, Буся. Да, прости, это Бусь он грызет. Пускай грызет, Буся спортом занимается, зубным каким-то. Пускай грызет, возможно, это даже очень хорошо для очистки там зубов или еще что-то. Но вот где крыса, она столько делов делает. Наверное, там уже... Это Келис воду пьет. Да, это Келис воду пьет. Ну вот как вот так быть? Буся, найди Сюзюна. Не твое дело, да? Разбирайтесь сами. Блин, это какой-то дурдом. Сюзюн! Сюзюн! Сюзи! Блин, она нам там все провода поперегрызает. Пока мы Сюзюна найдем. Буся, ты хоть не трогай этот провод. Сюськи хватает. Ой. Капец какой-то.